Первую победу в чемпионате «Уралан» одержал благодаря голу Руслана Джунджала, забитому уже на 6-й минуте. Вскоре хозяева могли удвоить результат, но после удара в Раниша питерцев спасли Малафеев и Штанга. В честь «Зенита» команда после быстрого гола не сломалась, много атаковала, но гостям не везло. А самый выгодный момент упустил Кержаков. В итоге елисинцы выстояли, и на улицу Игоря Шалимова пришел долгожданный праздник.